Диаграмма просмотров за 28 дней на вечер 27 июня. Хотя сейчас уже утро 28 июня, но вот агрегатор срабатывает по вечерам. И вот теперь цифры. Понедельник 30 мая 248 тысяч. Ну, потом это снижение было, да. И вот сначала шел как пульс. Понедельник 6 июня 319 378. Ну, это не рекорд, это вторая цифра. Рекорд был до того 331 тысяча. В мае было, да. Ну, потом, конечно, снижение. Там даже вот до 19 тысяч. Это нижние даты. Потом цифры. Понедельник 13 июня 185 тысяч. Дальше 53, 36, 48. Пятница 17 июня. Суббота был 45, ну, почти 46. И понедельник 171 тысяч. 20 июня. Ну, вот. А потом такие средние значения шли. И вот воскресенье 74 тысячи. Ну, в принципе, это среднее значение, если так сказать. Это диаграмма просмотров за 28 дней на вечер 27 июня. Агрегатор меняется по вечерам. Естественно, понедельник он не показывает.